Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот коробка. Это массажер из магазина JD. Вот так вот выглядит коробка. Давайте раскроем и посмотрим, что же здесь у нас. У меня уже много накопилось обзоров разных распаковок массажеров. Вот один из последних, который мне очень понравился, это массажер Xiaomi, который электричество бьется. А этот не электрический, это... получается механические там такие круги, которые вот, давайте покажу, вот тут эти вот механическими крутятся внутри под такие штуки, как шарики, и они давят и получается как будто вминают тебя. Ну, в общем, короче, я такой массажер попробовал, был у друзей, у них такой массажер был, я попробовал, и он очень прикольный. Я когда увидел на JD, вот так это все выглядит. Коробку откладываем. И я когда увидел на JD то, что скидку, да, то есть то, что он продается со скидкой, около $20 он стоил. Вот такая вот большая штука это. Вот. И я решил, что нужно его купить, потому что, ну, он очень прикольный. Ну, почему я покупаю вот такие массажеры для себя, разные пробую? Потому что я из-за своей травмы шеи, я, ну, как бы врачи мне помочь ничем не могут. Я уже посещал многих, они как бы, да, там, массаж, укололи обезболивающее, там якобы блоки снимают, блокады. Я ходил очень много на массажи у разных специалистов, ну и кроме массажа, то есть все массажи имеют кратковременный эффект. То есть пока я хожу, делаю массажи, пока мне легче. Потом массажи перестали делать, и, естественно, боль возвращается. И, естественно, я решил, что все-таки чем тратиться на массаж, если эффект один и тот же. Вот, и я решил, что я буду спасаться такими устройствами, потому что, ну, это в любом случае выходит дешевле, чем ходить постоянно на массажи, потому что массажи — это дорого у нас. Не знаю, как в разных странах, но у нас очень дорого массажи. То есть, ну, если там 5 сеансов, 10 походишь, там раз в год, допустим, это нормально. Но когда тебе нужны постоянные массажи, это, конечно, проблема. Смотрите, выглядит очень это все круто. Вот здесь специальные такие... специальная резинка, то есть я могу это прицепить на кресло, скорее всего, и прям на кресле откатиться на шею назад и делать себе массаж, да, вот, или спину, или шею, ну, круто. Ой, отлетело что-то. Вот пульт управления, давайте его будем сразу распаковывать, смотреть. Здесь такой вот чехольчик идет, и я не пойму, это он вот здесь под чехлом. Я не знаю, увидеть, не увидеть. Вот здесь под чехлом такие три больших пальца получается. Вот они. Чехол, наверное, не снимается. Да, он прошит. Вот, но вот здесь находятся три таких больших пальца. Вот с этой стороны и с этой. Мы между них вставляем шею. И он будет крутить и делать как будто массаж пальцами. Вот, ну, будет очень круто, я думаю. Я попробовал у друзей. То есть мне очень понравилось. Вот, что вот это вот за крутилки, я еще до конца не понимаю. То есть это тоже, наверное, какие-то массажные штуки. Они не крутятся, не нажимаются. То есть, наверное, какой-то эффект тоже делается. Так это все закрывается. Кожаная штука такая. Вот. Ага, и вот здесь у нас есть молния. С обратной стороны есть молния, но замочек спрятан вот здесь и нету, чтобы его открыть. То есть получается, нужно какой-то скрепкой будет открывать и так далее. Но пока у меня желания туда лезть не будет, нету, поэтому может быть когда-нибудь в другой раз. Вот такая вот китайская вилочка. Сейчас мы найдем переходничок и посмотрим, включим его, попробуем. Забыл, переходничок мне не нужен, потому что у меня здесь розетка Xiaomi, которая универсальная. И я смогу подключиться к ней без проблем. И здесь на китайском написано, то есть справа, слева китайская, а справа английский. Вверх нажимается forward, то есть вперед. Кнок. Это, я так понимаю, как будет постукивать, и стоп. То есть два режима, вверх-вниз. И вот здесь крутилка, я так понимаю, это мощность.
Итак, подушкой пользуюсь уже практически месяц. Вот здесь вот небольшие потертости такие возникли, потому что мы защищаем вот этот вот чехольчик вот такой крышкой, вот, кожаной. Ну, я так понимаю, что можно так, то есть защита, в принципе... Вот эти вот кнопки я так и не разобрался, зачем, ну, может, какие-то там ультразвуки или магнитная терапия, не знаю. Вот, но вот, вот эта вот штука, массажер, очень бомбовый. У меня материала очень много записано, поэтому ролики выпускаются уже с небольшим запозданием, то есть там 2-3 недели. И вот этим массажером я пользуюсь уже практически месяц. Очень мне нравится, я очень доволен. Давайте посмотрим управление. Поехали. Вот, сильнее, и вот он с такой скоростью крутит. Давайте немножко медленнее сделаем. И если мы назад включим, то он будет вот такие вот удары делать. Причем нужно чем-то, чтобы давило, потому что когда нету головы, я то ли защита, то ли что, он вот так медленно срабатывает. Вот, но если положить голову, вот, вот так вот он дергает. Вот я положил голову, разместил как мне нужно между этих шариков, и теперь включаю вот вперед. Это на максимальной. Давайте немножко уменьшим скорость, и вот это вот приятно очень вот в таком вот положении, то есть на минимальной скорости. Это просто изумительный балдеж. Это, ну, реально классно. Минут 5 полежал, и ты реально там, ну, бодростью, зарядом энергии на целый день запасся. Давайте посмотрим теперь удары. Вот. Я не знаю, будет видно, не видно. Давайте мощнее сделаем. Удары мне не очень нравятся, а вот именно сам массажик, вот который крутилочка вот эта вот, ой, бомба. И очень много посещал массажистов и скажу, что ничем не отличается. Единственное, что у массажиста ты лежишь лицом вниз, а здесь ты лежишь лицом вверх. И один из врачей, последнее посещение было, он мне советовал, что нужно делать массаж лежа, чтобы мышцы спины, вот эти вот, которые шейные, они были расслаблены. Тогда легче их разминать, легче их массажировать. И, ну, действительно, это приятнее намного. То есть, когда ты лежишь лицом вверх и делаешь массаж шеи, это намного приятнее. Поэтому данный массажер со своей задачей справляется, я и пользуюсь им уже месяц, и, ну, реально он мне очень нравится. Даже если у вас нет проблем с шеей, это полезно делать массаж. Получается, вот эта вот массажная подушка, она обошлась мне 20, по-моему, $2. Это, грубо говоря, 3 или 4 занятия, то есть походить 3 или 4 раза к массажисту. Но подушка, если мы ее имеем дома, она проработает, ну, я думаю, намного дольше и отобьет свои деньги, это однозначно. Помимо этого, хочу сказать, что массаж шеи очень полезно делать. Вы разминаете шею вот здесь, то есть просто достаточно ее, как бы, да, там массировать, это улучшит кровообращение в голову и, соответственно, улучшится память, улучшится мозговая активность и так далее. То есть это полезно, вот, даже если у вас она не болит, просто периодически делайте себе массаж вот здесь, даже хотя бы одной рукой можете вот так делать просто, но это намного улучшит ваше общее состояние. После того, как начал делать, я заметил, что действительно, да, если разминать мышцы, лучше кровообращение. И действительно лучше ты себя чувствуешь, то есть общее самочувствие. У меня, как бы, шея болит, но общее самочувствие, общее все лучше за счет того, что делаю себе массажи. Подушка мне очень понравилась, действительно классная. И очень приятное ощущение, она по кругу крутит, правильно, как прям массирует. То есть ты вставляешь между них, между сюда вставляется шея, да, то есть и они вот этими кругами, да, вот этими шарами, которые здесь находятся, там, или пальцы, как их назвать, оно массирует именно как нужно. Очень приятное ощущение. Я очень доволен. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. А я пошел побалдею.